Так, всем привет, вести с полей. Короче. У меня 31 мая, завтра уже начинается лето, а через недельку мы выдвигаемся на Алтай. Что мы имеем? Здесь сейчас эти ребята уехали на переобувку. Нужно обслужить вилку. Нужно обслужить вилку. А? Малой стоит с новой фарой, но что-то она, бляха-муха, больше, чем он. Посмотрим, может, еще старую поставим. Мне кажется, один я за. Вот, здесь все четко тоже, сейчас переобуем только. Вот, эти ребятушки тоже стоят. Надеюсь, я все-таки сделаю на него графику, успею сделать. И этот, короче, тоже в боевом состоянии.